Ну вот, парни, макариков поел. Хорошо пошли. Ну а сейчас вот мне Славик дал тут такую таблетку. Вот такую. С китайскими иероглифами. Говорит, что это пуэр. Насколько я понимаю, пуэр сперва надо залить кипятком, а потом эту воду слить, чтобы там какая-то земля или что там, или водоросли, где он там растет, я не знаю, типа удаляться, а потом заново заварить, чтобы он раскрылся, типа того. Короче, какая-то долгая процедура с этим пуэром. Другое дело, вот, пакетики кинул и раз и все. Ну, придется морочиться. Возьмем наш любимый граненый. Развернем таблеточку. Таблеточка ничего, так нормальненькая, черненькая. Гашиш, пакистанский чарс. Землей пахнет. Бутер земляной. Бутер земляной. Туда его. Не знаю, пуэр с лимоном пьют или нет. Не знаю, я вот тут как подготовил лимон, конфетку. Может быть, вот так вот зайдет. Славик говорит, пуэр вставляет. Как вставляет? Я что-то не вкуриваю. Ну, на что вставляет? Лежать балдеть, да ну нафиг. От чифера бегать охота. Чем-нибудь заниматься. Ну ладно, не важно. Сейчас мы посмотрим, как нас будет вставлять пуэр. Берем и вот так вот делаем. Ну вот и что с ним делать? Он же заваривается по ходу пьесы. Ну вот, в принципе, это самое, слил я тут это, что там надо слить. Вот предполагаю, что надо теперь заново залить. И уже потом пуэр должен раскрыться. Ну, по ходу пьесы пуэр настоялся. Кстати, я даже не знаю, где этот пуэр продается, мне лишь Славик дал. А Славику дал Кеша, а Кеша еще непонятно кто-то дал. Вот не знаю. Пахнет чаем. Чай пахнет чаем. Ура! Ну-ка. Чай как чай. Где прикол-то? Слушай, насыщенный такой чайный вкус. Прям так нормально так. Ну и где этот бодряк, обещанный Славиком? Бодрился. Да, ощущается дух пуэра. Пуэра. Все-таки хорошо на даче под пуэром. Классика. Слушай, таблетка эта вот одна не до хера в одну харю.
А то может это... Я автобусы сейчас толкать начну. Ладно, пацаны, все это шуточки. Чай очень хороший. Мне, по крайней мере, нравится. Пейте пуэр. Это очень вкусно и бодрит. Как-то так. Ну, на этом все. Всем хорошей, ровной осени. И порядка в семьях. Всем пока, парни. Ставьте лайки. Про гык не забывайте. Ну и все такое. Пока.